Всем ку, ребят. Ну что, таки я добыл это сердце, которое нам нужно было нашему бессмертному. Получается, в прошлой серии у меня подгорело очень сильно. Ну, я думаю, кто смотрел, тут поймет, о чем я, что я хотел даже их удалить. Ну, потом пару дней отдохнул и все-таки прошел, завалил босса и забрал сердце. Так что идемте отдадим. Заберем ключ. Или что он там должен нам дать, я уже не помню, если честно. Что-то мы с вами сейчас заберем и отправимся дальше. Здорово. Я из-за тебя чуть игру не удалил, башка ты. Сердце у тебя? Да, у меня. Да. Я удивлен. Неприятно осознавать, но я у тебя в долгу. Что ж, я это исправлю, но сперва... Знаешь, а ведь Акари не ошиблись. С твоим приходом началась эра восстановления. Я так долго ждал этого момента. Шанса вновь вдохнуть в этот мир жизнь. Ты долго спал и поддерживал меня. Другие забыли, но не я. И сегодня ты возродишься. Вместе мы построим великую цивилизацию. Настала новая эра. Дитя, тебе удалось. И я отплачу тебе. Мой мир спасен. Теперь ты можешь спасти свой. Или хотя бы умри с честью. Так, задание выполнено. Что у нас там? Что-то нам дали... Вернуться в лабиринт. Хорошо. Ключ лабиринта. Погоди, а по-моему у нас он... Этот лабиринт находится слева, если не ошибаюсь. Помните, мы с вами проходили? По-моему, он находится у нас слева. Сюда. Так, давайте посмотрим, что у нас есть. У нас таланты одно очко есть. Хорошо. Давайте, наверное, используем его. Так, палач... Шан критического урона, катализатор, ага, бронебой, так, информация, сейчас, повышает скорость заряда модификаторов, да, давай, наверное, сюда, рюкзак, материалы, предметы, ключ лабиринта, так, тут два варианта, либо нам сюда налево, помните, мы не могли открыть, чтобы вернуться, либо я не знаю. Так, давай, наверное, сохранимся. На всякий пожарный сохранимся. Чтоб, если что, сюда потом вернуться. Так, побежали. Побежали и нам налево. Вот сюда, где мигает точка слева. Хорошо. Да, у меня еще новая плюшка появилась. Смотри, так, бумс. И оно помогает их разбирать. Ну, помимо черепов, еще вот такая штука есть. Очко талантов дали, неплохо. Давай, наверное, на выносливость. Давай, наверное, на выносливость. Так, может пробежать просто это все? Может, не стоит их трогать? Нам, в принципе, надо добежать до... До места и все, и до побачення. Но, дон дистали библиотеки. Хотя, наверное, ж вы не дадите, да, мне просто пробежать? Наверное, ж вы просто так мне не дадите пробежать. Уё, сколько вас здесь, вы что, издеваетесь? Вы что, издеваетесь? Да, если бы не черепа, конечно, было бы... Ой-ё, тихо. Было бы гораздо все печальней.
Пошел. Хорошо. Так, все. Нелегко было. Ну да, согласен. Блин, надеюсь, правильно бегим. Надеюсь, мы правильно бегим. По-моему, нам сюда. Ах ты, ах ты, какашка. Ах ты, какуля-козюля. Блин, повезло игре. Дерьмо! Ты что, мне впадло запикивать? Матюки. Да, вот, по-моему, вот это вот. Чтобы вернуться в лабиринт. Правильно ж? Оно? Да, оно. О, шикарно. А хотя я вроде и так мог вернуться в лабиринт. Если не ошибаюсь. Можно было через телепорт просто отправиться. Можно было, по-моему, просто через телепорт отправиться. Ну ладно, уже. Открыли так открыли. Отлично. Так, куда нам дальше? Куда нам нужно дальше? Давай смотреть, давай смотреть. Ага, тут без понятия. Блин, вот это вот... Вот эти вот лабиринты. Так, шикарно. А можно ли мне к вам как-то пройти? Ага, можно. Можно, можно, можно. Шикарно. Значит, мы сверху где-то были. А сейчас нам нужно... Кудой? I don't know. Так. Давай посмотрим. Давай, давай смотреть. Угу. Тут не работает. Это так не работает. Так, мы отсюда пришли, правильно? Сверху. Значит, нам нужно как-то по низу будет сейчас пройти. Если честно, я уже забыл, что нам нужно в этом лабиринте. Я уже забыл, что нам нужно в этом лабиринте. Что от нас хотят? Так, надеюсь, правильно идем. Надеюсь, идем правильно. Угу, бонжур. Так. Во-ля. Ля, чё могу. То есть мы теперь сможем открывать это все, правильно? Так, это тот самый мир, который я посетил еще во время блока. Так. Фавны тогда... были неприветливыми, но на этой части была наша вина. Ага. 30 лет назад, интересно, желали Навун. Окей, давайте посмотрим. Желали Навун и посмотрим, сохранился. Да, ключик остался. Хорошо. Это хорошо, что ключик остался, потому что это было бы тупо каждый раз бы искать бы ключ. Так, ага, новая локация. Предлагаю сохраниться. Пополнить боезапас как раз. Не, перемещение нам еще рановастенько, у нас нету ничего. Давай смотреть по карте, куда нам нужно. Ага. Куда-то, куда-то вон туда, да? Так, бонжур. Какие мутанты сейчас будут нас ждать? На этот раз. Так, если я спрыгну, ага, я заберусь обратно, хорошо. Так, бонжур, а ну, ребят, разберитесь. Ого. С ними, пожалуйста. Все такое огромное, хоть бы тут не было огромных жуков. Ну да, согласен. Так, минус один, отлично. Отлично, отлично, ты кто? Не, давайте дружить, давайте. Давай ты будешь моим другом. Блин, меня уже достало сражаться, если честно. Хочется немножко отдохнуть.
Хочется немножко отдохнуть уже от этого всего. Так, до побачення. До побачення. Пока там черепа сражаются, я думаю... Ля, оно еще отпрыгивает. Надо учитывать этот момент, то, что оно отпрыгивает. Бонжур. И что мы тут ищем? Кого мы тут ищем? О, справился. Думаешь? Так, давай посмотрим. Карта. Ключ Элана перевел меня в какие-то джунгли. Может быть, сюда отправился основатель? Такое у меня предчувствие. Думаю, что это основатель. Ну, давай поищем. Так, железо, железо, хорошо. А нам нужно дальше. Бумс. И нам нужно с вами... Где эта штука? Вот такая вот. Оцинкованное железо. 7 штучек есть. Мне нужно 6, по-моему, чтобы еще улучшить дробовик свой. Так, хорошо. Если не ошибаюсь, получается, каждый раз, когда мы дробовик свой улучшаем, то и улучшаются наши вот эти вот модификаторы. По-моему. Так, бонжур. Ага, до побачення. Дон, дистали библиотека. Не попал или что? Так. Еще разочек. Все, пошли. Тихо. Тихонечко. Угу, давай, ребят. Поговорите с ним. Во. А мог бы бегать дальше себе тропу. Нямать. Не, побежал он на меня. Так, карта. Ага. Тут и налево, и направо, да, можно. Да, этих уже дробовик не так сильно берет. А там еще кто-то орет. Там еще какой-то страшный бабайка орет, да? О, здорово! Как оно? Я смотрю, хорошо. Угу. Блин, а можно мне подсказки, куда мне... Ага, ага, это нормально, это зеленый. Здорово. А что у тебя есть? Что ему нужно? Я не... Факультек? Я не знала. Так, я ищу человека по имени Форд. Человек? Другой факультек. Не могу помочь. Но может нужно что-то еще? Я добываю вещи, факультек. Даже редкие или опасные вещи. Но он не должен спрашивать, откуда. Я также добываю информацию, если нужно. Так, хочу взглянуть на твои товары. А он ищет меня. Жидкий охладитель. Ага. Восстанавливает 0,32 здоровья в секунду. Длительность 60 минут. Гибель персонажа не отменяет. Но у меня есть штука. Это что такое? Снимает эффект перегрузки. Повышает сопротивление электричества на 30%. Вот это я купил бы себе. Штучек 10. Да. Угу. Ну, вроде бы у меня... Что это такое? Снижает получаемый в ближнем бою урон 20, броня. Броня.
Блин, ну красивая вроде, красивая, но бесполезная. У нас и так вроде нормально прокачанная броня. Так, ну давай купим, не знаю сколько. 6 косарей у нас есть. Давай на косарь купим. Мало ли пригодится. Да-да, у нас Пакультек хорошая сделка. Да, согласен. Давай только узнаем, что тебе еще известно. Пакультек, я могу помочь ему что-то найти? Я слышу много интересного для Пакультек. Могу поделиться секретами. Не бесплатно, конечно. Хорошо. Вот немного лома, расскажи мне секрет. Обычные фавны восстали против знати. Говорят, их восстанию помог герой из Пакультек. Я слышала, лидер повстанцев любит Пакультек. Грустная история. Пакультек куда-то пропал. Я смотрю, у кого-то биполярочка, да? Хочу заглянуть в тварь. Ладно, давай попробуем еще немножко. Вот немного лома, расскажи мне секрет. Обычные фавны восстали... Ага, все, понял. Грустная история. Да, ну, ладно, пока, прощай. Да, у нас Пакультек хорошая сделка. Да, давай. Человек с биполяркой. Слышь, Пакультек, а у тебя нельзя ничего тут взять? Так, ага, открой. Открыть нельзя, наверное, какую-то штуку, да, сюда надо будет вставить. Ладно, побежали тогда искать. А вот и контрольная точка. Ля, что это такое? Ты шо, новый предмет. Рюкзак, предмет. Так. Кажется, это загадочный объект когда-то был частью другого объекта. Возможно, их разделили не просто. Ага. То есть нам надо будет вторую часть искать, да? А потом дверки, наверное, открывать. Либо нет. Так, а у нас есть с вами очки навыков? Не. Рюкзак. Ну, в рюкзаке у нас много всего. Я пока мисс этим не пользуюсь. Ну, пусть пока мисс будет. Пусть пока мисс будет. Так, а давайте, наверное, не сюда. Я не... Ага. Только пусть не задает вопросы. Да, без проблем. Давай-ка, наверное, еще таких штук накупим. Попробуем, как оно действует. Давай еще штучек 11 купим. Купить, все, хорошо. Если ему что-то, ну... Не, мне ничего не нужно. Давай попробуем заюзать. И посмотреть, что оно такое. Тем более на целых 10 минут у нас с вами есть. Отлично. Будет эффект. Но. Сохранится. Отлично. Наверное, мы пока мисс не будем с вами... Пока мы, наверное, не будем с вами лететь домой и прокачивать наш дробовик. Или стоит? Или стоит? Так, бонжур. Бонжур. Так, ребят, помогайте. Да, наверное, нам сейчас нужно будет с вами найти второй предмет, вот этот вот, который у нас есть, который разделили. Это да, что-то откроется. Я надеюсь на это. Но в любом случае, наверное, по-любому нам еще и на право и налево бежать. Так, вижу, что-то светится. Так, кто это? Кто это, Пакультек? Угу. Сейчас, секунду, дайте забрать. Так, тихонечко, ты чего? Спину, да, мне? Ля, плохой Пакультек. Т-
Так, понеслась. Бонжур. Как оно? Нормально, да? Я ее вижу, хорошо. Тупо на чили, я понял. Блин, куда идти? Че от нас надо? Че от нас хотят? Так, ага, оцинковое железо, хорошо. Я думаю, нам даже хватит и на пехоль, и на дробовик для прокачки. Когда мы с вами тут пофармим. Так, кованое железо нам, в принципе, уже не надо. Ну, кроме улучшения там каких-то пистолетов, может быть. Хотя дробовик и вот этот вот пехоль меня вполне устраивают. Особенно с этими плюшками, черепами и вот этой вот силой, которая коррозия на них налаживает, или что они на них там налаживают. Как она называется? Рой, вот этот модификатор Рой. Прикольная штука. Очень сильно помогает, выручает. Нам бы поставить что-нибудь для этого, как его... Для того, чтобы патронов больше было, потому что... Запас патронов у нас реально маловастенький. Так, идем. Очередное приключение с очередными мутантами, да, сейчас будет? Пока ведь мы не найдем то, что мы ищем. Так, отлично, хорошо. Давай слетаем домой. Так, перемещение, блок 13, да. Лучше дробовик, потому что что-то они начали плохо отъезжать. И если хватит, улучшим наш пехоль. Не знаю, меч я пока не стал трогать, не стал улучшать. Я им и не пользуюсь, но вы видите. У нас в основном стрелковое оружие идет. Да отстань ты от меня. Да, сама отстань. Что-то нужно? Да. Давай поглядим. Давай поглядим. Во, давай улучшим дробовик. Чпуник. 6, 12, тут 8... Вот я думаю, либо дробовик до 300. Урон 299 у меня написано. Здесь 220. Ладно, давайте дробовик. Да, урон 312. Хорошо. Так, улучшение, броня. Что мы можем? Давай, ну давай маску улучшить. Все, маску не можем улучшить. Дальше я этим не пользуюсь, если честно. Ни этими пехалями, ничем. Есть, конечно, вот еще прикольная штука. С одного выстрела получается большим шипом. 210 урона дает. Но, ну ладно. Береги себя. Побежали. Я бы тебя цыкнул бы. Что? А, ну ладно. Так, покупка. Ага, у тебя ничего нет. Все, все, все. Давай, давай, до побачення. Так, полетели. Талантов пока мисс 0. Хорошо. Ну, уже урон 300 на дробовике. Уже легче. Уже немножко легче. Да плюс, по-моему, мы пистолет, да, с вами прокачали или нет? Не, пистолет нам не хватило. Хорошо, значит, в следующий раз будем прокачивать пехоль. Потому что пехоль нам тоже нужен. Так, куда нам нужно? Ага, вон туда. Храм бессмертных. Это что такое? Ага, это супер босс тут меня, да, ждет? Да. Это ждет меня тут супер босс. Бонжур. Бонжур. Так, по нему понять. Тут половину есть нормальных. А половину красных. Так, тихо.
До побачення. До побачення. Так, ребята, а вы можете как-то... Чтобы я понимал. Так, они же вроде нормальные были, или... Или что это? Ой-ё, ля-ля-ля какой. Ля какой, отстань. Отстань, противный. Вы же видели, тут были зелененькие, под которыми я мог не стрелять. Уже пропали куда-то. Так, отстань. Отстань, отстань, отстань. Все, 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 хилься. Хилься, живи. Хэштег хилься, живи. Так. Тихо, 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 тихонечко. Тихонечко. Арчи, не отъедь, не отъедь, не отъедь. Не отъедь, пожалуйста. Да хватит. Да неужели? Так, очко навыков, отлично. Справился. Все, надеюсь, это наши союзники будут. Говори, чужак. Кому ты служишь? Я Бэтмен, я никому не служу. Я никому не служу. Я служу тому же, кому и ты. Навун служит лишь народу. Но откуда тебе это знать? Я знаю твой народ. Ты Пакультек. Ты чужак. Так, я ищу Форда, он человек, как и я, мне нужна его помощь. Что ж, тогда будем друзьями? Да, давай. Пакультек Форд нам помог. Только из-за него я говорю с тобой. Они пытаются выведать у Форда, как найти нас. Так, мне нужно его найти. Королева держит его в Зиккурате. Храм легко найти. Но... Окей. Не Форда. Яэша хранит тебя. Спасибо. Спасибо, спасибо. Так... Талант открыт. Сейчас мы посмотрим, что за талант. Только залутаемся. Давай посмотрим. Талант открыт. Что это у нас такое? Так. Информация повышает. Эффективность. Лечение. Можно получить. Пережив. Ага. Понятно. Не, Пакультек пока месть нам не надо. Давай, наверное, идем в здоровье. Все. И побежали. Сейчас залутаемся. Нам в любом случае нужно это будет для прокачки нашего персонажа. И пойдем дальше. Я так понял, что в конце мы будем драться с какой-то королевой, да? Пакультек. Так. Дай. Отлично. Можно было бы, конечно, задать ей пару вопросов, но... Но не... Идем. Идем навстречу приключений. Тем более там оно дверка, да, светится? Да. Надеюсь, что королева будет за этой дверью, и нам не придется с вами искать ее опять 15 тысяч дней. Ну, в принципе, неплохо. Ей помогли новым союзникам и немножко подлутались. Даже что-то получили. Так. Я думаю, по-любому нужно сохраниться. Пополнить боезапас. Ого, шикарно. Перемещаться даже, думаю, нету смысла. У нас с вами Верон нету, да? Угу, одна штучка. Нам нужно 12.
Так, выжженная поляна. И куда идти? I don't know. Так, возьмем пихоль. Ага, бонжур. Факультек. Ты чего, алё? Валентин, ты чего? Все, до побачення. Ты что, не узнал? Это ж факультек. Это ж я, факультек. Вы чего? Это что такое? Ля-ля-ля-ля. Динозаврики. Ты чего? Отстань, пожалуйста. Пожалуйста, отстань. Я слышу где-то ящик. Умеет, слышите? Где-то шумит ящик. Все. Вот этот вот звук издает ящик. Только где он? Где ты? Ляу, ящик. Where are you? Тут выхода на второй этаж нету. Просто знаешь, что реально такой звук издает конкретно ящик с этими, с плюшками. Ну, походу, ну ладно, нет так нет. Так, это я. Ага, оббегаю с самого начала, хорошо. Ладно, побежали обратно. Поняли, что наверху где-то. Ой, все, отстань. Нету ящика, так нету ящика. Так, бонжур. Надо зарядить способность на пехоля. По-другому она никак не заряжается, только через... Только через выстрелы. Так, и куда мне идти? И куда мне с вами идти? Так, бонжур. Ага, ты супер-пупер босс, да, я смотрю? Да-да-да, по-любому. Попал, проверяй. Все, до побачення. Так, забрать. Ты чего, алё? Алё, давай дружить, давай. Алё, давай дружить. Ладно, не хочешь, давай. Ребят, а ну. Расскажите ему, что так делать нельзя. Ну, падла, даже залутать не дадут, да? О, все, пока месь. Наши друзья с ними разбираются. Мы разберемся вот с этим вот. Это все, на что вы способны. Факультек. Так, минус. Нелегко было. Блин, там кто-то рычит. И тут есть. Вот. Или он закрытый? Так. Блин, вот это вот точечка, видите, на двери? По-любому ключик там должен быть какой-то, да? А нам точно сюда? А я без понятия, потому что, видите, тут даже не отмечено. Потому что даже не отмечено. Так. Ага, как мне к вам попасть сюда? А там по-любому что-то вкусненькое есть. Так, факультек.
попал, проверяй. Так, вон что-то мигает. Вон что-то мигает, хорошо. Так, дракоша. Пока, дракоша. Привет, новый дракоша. Да-да. Так, идем залутаем. Хотя нам вроде в другую сторону, да? Ты чего, алло? Не пугай так. Отстать. Отстать. Так, пакультек. Ага. Да-да-да, по-любому. Какая-то музыка такая напрягающая. А, понял. Это типа ты призываешь кого-то, Леша? Ну же, ну! Так, до побачення. Все, минус один. Хорошо. Ну, нелегко было. Да, это было нелегко. Здорово. Факультек. Больно, да? Ну, прости. Мне тоже больно, когда я прохожу по 200 раз одну и ту же миссию. Так, давай, череп. Иди сюда. Факультек. Так, залутали, залутали, залутали. Хорошо. С кем-то там наш череп сражается. Так, а с кем? Алло, ты с кем там? Погоди. Да и тоже немножко поучаствует. Так, ребят, наверное, я тут пробегу до определенного момента. Ну, чтобы полностью не затягивать серию, чтобы не проходить все вот эти вот лабиринты. Как только я найду что-нибудь полезное, то, что нам нужно, а тогда и продолжу серию. А сейчас пока мы сбегим, пока бегится, пока не откиснем. Я правильно понимаю, что нам сюда? Либо неправильно. Так, кто тут? Алло. Не спи, замерзнешь. Так, хорошо. Забрать. Есть кто? Ага, есть, слышу. Слышу, слышу, кто-то есть. Так, забрать, отлично. Ну? Ну, нападай по одному, давай. Хопа. Ага. А ты шо, лята, ты тут с друзьями, да? Все. До побачення. До побачення. Это, наверное, с этой, да, королевой мне придется потом... Потом драться. Так, отстань. Отстань. Хватало мне еще сейчас откиснуть. Нелегко было. Да, нормально, нормально. В принципе, нормально. Здорово. Ну же, ну! Так, все. Ага, вот какая-то дверка. Вот какая-то дверочка. Наверное, мы сюда бежали, да? И надеюсь, я ничего не упустил. И ничего не пропустил важного и ценного. Так, пошлите посмотреть. Что нас тут ждет? Очередной лабиринт. Наверное, очередной лабиринт, да? Так. Контрольная точка. Сохранится. Ага. Не то. Не то, не туда. Так, здесь... Понял.
А здесь ничего. Хорошо. Так, бонжур. А ну сейчас, секунду. Секундочку, все, побежали. Так, деревня смерти. Чё-то меня это название вообще не внушает, как говорится, доверие. Так, да-да-да-да, по-любому. Ага, нам даже очко навыков дали. Прикольно. А что мы будем тратить? На здоровье, либо на выносливость, как думаете? Так, мы сюда можем пройти и... А нам сюда надо или нам нужно как-то по-другому? Так, давайте череп возьмем, чтобы на всякий пожар нас прикрыл. А мы с вами таланты. Давай, наверное, все. Максимальный уровень 20. Ага, понял. Окей, ну все. У нас максималка по... По здоровью максималка. Так. Правильно идем? Либо неправильно. Погоди. Главное, чтобы не заблудиться. И налево можем пойти. А это выход, либо вход. Ладно, идем сюда. Идем сюда. Все, да, у нас здоровье теперь максималка, так что можем тратить спокойно. Так, бонжур. Ребят, помогаем. Ля! Ля, ты чего? Это кто такой? Это кто такой? Ты чего? Алло, 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 отстань, пожалуйста. Это ты в меня огнем бросался? А нет. Ё, ля какой! Ля какой злой барашек! Ля какой злой барашек, алло. Ты чего? Тихо, 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 тихо. Ага, если бы еще попадал бы. Было бы вообще хорошо. Но еще отпрыгивает, ля. Умнее начали становиться, да, я смотрю. Нелегко было. Ну да, согласен. Я смотрю, умнее начинают становиться монстры. Прикольно. Так, опять что-то гудит, опять что-то где-то звенит. И куда и нам идти? Надеюсь, сюда. Так, нужно будет сейчас, наверное, на выносливость все остальные очки тратить. Так, ребят, а ну. Помогайте. Не зря же я вас качал, правильно? Да, 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 да. Кто следующий? А, кто следующий? А, закончились? Здорово. Получи, подсрачник. Минус. Минус, минус, минус. Кто это? А ну покажись. Покажись, куда идти. Здорово. Это ты, да? Майкаешь тут. Ладно, майкай дальше, а мы... Побежали. Главное, чтобы по кругу я сейчас тут не ходил. Потому что будет обидно. Все, отлично. Реально будет обидно, если мы назад вернемся. Так, ну тут тупик, я смотрю, да? Тут тупичок. Так, кольцо охотника, давай посмотрим. Кольцо охотника, а где ты? Вот ты. Повышает урон в дальнем бою на 10% и урон по уязвимым местам на 20%. Ага, а у нас стоит с вами что? Повышает здоровье на 25 единиц, а скорость восстановления на 265. Не, ладно.
По урону, в принципе, меня пока не все устраивает. Возможно, в дальнейшем и заюзаем. Но пока вроде нормально. Так, а куда бежать? Кто там, Мэкл, Экл? Алло, игра. Дай подсказку. По-моему, сюда, да? Ага, ага. Все, доехался. Дерьмо! Доехались. Бонжур. Бегим, бегим, бегим. Все, отстань, пожалуйста. О, а вот этот звук мне уже не нравится. У-у-у. Крушить. Так, очко навыков, хорошо. Ребят, помогайте. А мы пока мы с вами используем. Так, кто тут? Ага, опять этот барашек, да? Опять этот барашек, я смотрю. Все, 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 все. До побачення. Ребят, help. Все, отлично. Перк заюзан. Перк заюзан удачно. Классно. Нелегко было. Ну да, ну да. Блин, там пропустил. Ну ладно. Ладно, все равно все залутать мы не сможем с вами. Чисто физически, я думаю. Так, а вот и дверка, да? Вот и дверочка. Бонжур. Никого нету? Нет, никого. Ладно, идем смотреть. Ага, очередной лабиринт, очередная деревня, да? Так, контрольная точка. А, ну да, я посмотрю, что у нас по времени. 47 минут. Все, ребят, давайте, наверное, мы серию закончим. А в следующей уже отправимся дальше смотреть, что нас тут ждет и кто нас тут ждет. Так что все, всем спасибо за просмотр, за лайкосик и подписку. Так что все, всем пока-пока и до потом.